Пробки в час пика, регулярные аварии. Путепровод на улице Индинской в Засвияжском районе – далеко не самый безопасный участок дороги в Ульяновске. Пешеходный тротуар не огражден, зимой его заносит снегом, отчего жителям приходится протаптывать дорожки недалеко. Я ежедневно по этой дороге езжу, то есть, в принципе, вот именно за счет того, что то есть, рельсовая часть является неким таким расширением, оно немножко вот поток сглаживает, но в зимний период она является немножко аварийно опасной, то есть движение по ней нежелательно. В следующем году участок планируют отремонтировать по программе «Мосты и путепроводы», которые входят в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется не только ремонт дорожного покрытия, но и замена рельсовой части. И жители микрорайона Свияга мой адрес направляли неоднократно обращение. Эти обращения мы аккумулировали, сегодня совместно с жителями обсуждаем возможность включения ремонтных работ на 2021 год. Буду как депутат Ульяновской городской думы отстаивать, чтобы данный участок обязательно был включен в соответствующие расходы. Также в план ремонта 2021 вошла улица Ленина, одна из центральных улиц города. Ремонт затронет участок от Спасской до Железной дивизии. Будет произведен ремонт дорожного полотна и ремонт тротуаров. И я должен с радостью сказать и довести до жителей нашего города, нашего округа. Это одна из центральных улиц. Здесь наши гости приезжают. И все жильцы, я думаю, что будут очень довольны. Какая конкретно сумма пойдет на ремонт двух участков, это предстоит утвердить депутатам. Почти ежедневно проходят консультации по расходной части городского бюджета с участием Министерства правительства. Нам крайне важно, чтобы в 2021 году основные посылы, требования населения города Ульяновска нашли отражение в бюджете. Конечно, нельзя все решить сразу. Все это понимают. Также в следующем году планируется привести в порядок улицы Можайского, Мира, Самарскую, Севастопольскую, Западный бульвар и Тельмана. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.